Всем привет, канал Ирина Цветики. Смотрим завоз орхидеи Леруа Мерлен. Это у нас Краснодар, район Новой Адыгеи. Смотрите, какой беглипчик. Еще б чуть-чуть, и это бабочка была. Чуть-чуть, это защипчики чуть-чуть. Вся форма такая красивая. Цветочков, розетка хорошая. Ну, корни есть. Не скажу, что прямо шикарные, но вполне. Ой, такой красивый. Хотя я вот пестреньких уже насмотрела за свою жизнь, как-то не очень. Этот реально красивый. Так, что еще? Вот такой беглип. Похож на Infinity. Ну, наверное, не он. Надписи нет. Я уже проверяю. У меня с этим Infinity уже. А вот какой. Вот, наверное, Infinity. Сейчас посмотрим. Ну-ка, надпись. Корни есть. Розетка шикарная. Сейчас. Надписи нет. Но очень хороший. Ну, он может быть бледноват для Infinity. Так, тут еще один такой пестренький беглипчик. Ну, вот чем-то неуловимо он отличается, да? От этого. Пиратик. Микси. Уважаемые покупатели, для вашего удобства работаем в кассе с вами. Красавчик. Можете удобно и быстро оплатить товар. Такую красавицу тоже у меня, я вот показывала. И та, по-моему, светлее была в покупочках. И писали, что жаль, что она занята, я бы купила. Не знаю, тут много можно что купить, а потом остаться без денег и сидеть ждать, пока меня их заберут. Сейчас как таковых меня не заказывают, денежек не присылают, поэтому что могу, то куплю. Вот очень красивый беглип. Такой язык у него. Тут тоже из пестреньких. Красотулечка. Очень залитые темно-зеленые корни. Есть пропавшие. Вот такой беглипчик спиннером. Ну, наверное, нет, все-таки губа не затягивает до спиннера, но крупная, широкая губка. Такой розовый. Мне очень нравится. Но такой у меня очень долго сидел. Никто его не брал. Так. А вот она светлее, по-моему. А нет. Это совсем светленькая. Так, пойдемте наше богатство смотреть. Похож на Санта-Клауса. Вот беглипчик. У него бывают корни традиционно плохие. Ну, вот тут было болото. Ну, похоже, высохло болото. Ну, и неплохо. Да, если бы набирать, то сразу. Вот, видимо, завоз был сегодня. Я уже к вечеру приехала. Обычно я с утра проезжаю, завоза нет. После меня едут, снимают краснодарцы. Ну, я живу за городом, поэтому мне нужно быстренько выбраться из города. Я вечером редко бываю. Ну, сегодня вот так получилось. Поехала поздно. А, к чему начала говорить? Нужно брать бы сразу, потому что даже на следующий день
наверняка уже не будет всей той красоты. Очень красивый бедрильчик. И такие востребованы, тем более за такую цену я бы его взяла. Ну вот, смотрите, что там делается. Розетка вся распалась. Так, забрались сзади. Почему-то выключается камера. Не знаю почему. Без всяких видимых причин. Зарядка есть. Память есть. За Россию вместе составили вот пунш. Нет, это не пунш. Прошу прощения. Такой мелкий бархатистый. Манжеты. Так, пиратика я показывала. Такая пистрота. Очень крупные белые, но они такие бело-зеленые. Ну вообще белые становятся зелеными, когда уже отцветают. Ну, все может быть. Вот корешки высохшие. Прекрасная розетка. Очень высокий цветонос. Хотя нет, вот там распускается цветок. Предпоследний он зеленит прям. Зеленит. Какой-то сорт, особенность, наверное, такая сорта. Так, заберемся тут на подмостки, пока не заняли. Романс, очень пышная грусть. Наверное, дома он тоже так цветет, потому что очень часто бывает у него грузди просто феноменальные. Пандора. Пуаро у нас. Правда, у него несколько лишних пятен. Может быть, это уже не Пуаро. Еще Манхэттен. Потянусь, наверное. Какая красота. Кстати, вот вчера спрашивали. София, я нашла в интернете, вот похоже на Софию, вот это расписное. Еще один Санта-Клаус. Так, не падает. Ну, прям отлично. Корневая. И все у него хорошо. Как-то он был раньше очень востребован, но потом приутихли страсти по нему. Не знаю, какой он в уходе. Вот еще одна белая крупная. С
стабильно несколько лет пользуется спросом и Манхэттен, и пираты, и попугайчики, коты, вот вне конкуренции. Это вот уже, наверное, лет 10 я наблюдаю, и они не уходят с продаж. Некоторые уходят вот такие, как забыла, ну которая теперь всем нравится. В серединке ничего такого нет интересного. А вот какой-то интересный новый беглетчик. Искала эту шикарная розетка. Необычный такой у него окрас и губак. Я такого не встречала еще. Отличная корневая. И слегка может только портиться. И шикарная розетка. Губа кудрявая. Ну вот еще две красотки откопала в серединке. Смотрите, как интересно веснушки расположили. Крупное растение. А это розовое с веснушками тоже. Всем спасибо за просмотр. Канал Ирина Светики. Пока-пока. До свидания.